Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Монат, и у нас так давно не было этого Дельтаруна. Что это у нас? Подожди, какие тут кнопки взаимодействия? Я не помню даже. Этой. Ну, здесь просто трещина, я думаю. Так. Провода. Чё, боишься проводов? Ну ладно, пошли. Ага. Интересно. О, опять ты. Все. Провода все, понял. Всех остальных. Спаси нас. Она собирается... Да. Кто-нибудь, помогите мне. О, Ноэль, кто-нибудь, пожалуйста, потише сделай для себя. Сьюзи? А, я наоборот громче сделал. Круто, что ты тоже здесь, но... Слушай, беги отсюда, пока не стало слишком поздно. Ноэль! Ты кто? Ты кто реально? Я не знаю. Это же мистер Бист. Мистер Бист. Ладно, хорошо. Чертовщина посреди урока. Кто ты, черт возьми, такая? Я известная как серийный номер К507R09L4E81A. Но вы, глупые детишки, можете звать меня... Королева. Будто мы собираемся назвать тебя королевой. Королева. Эй, ты, королева! Мы тебе не детишки. Подростки очень просто... Да, подростки есть просто большие дети, а взрослые еще более... и еще больше дети. Значит, ты тоже ребенок, да? Не, я есть компьютер, умный. Компьютер? Спасибо, что разговор... Спасибо за разговор. Мне пора идти, прощайте. Стоять! А нахрена ты схватила Ноэль? Ноэль или Ноэль? Я бы и вас захватила, но у меня кончились клетки. А зачем ты зачем схватывать-то? Потому что она могла стать моим верным приспешником и сыграть важную роль в моем плане по захвату мира. Может, мне заодно роботизировать ее лицо? Что? Зачем? Выглядит круто. Что ж, забудь об этом нахрен, чувиха! Никто никогда не роботизирует. Никто никого, может. Это расценивать как заявление о непримиримом несогласии? А? Ты хочешь драки, дурашка? Да! Давай уже! Да! Тогда прощай. Стоять! Черт возьми, я не... А ну вернись! У меня нет времени на эти дурацкие... на эти дурачества, хоть я и легко надеру ваш зад. Но может, кто-то другой развеселит вас? Еще этих милашек тоже украли. Наслаждайтесь, ваша погибель. Такие милые были. Давай, действия. Ой, здесь, кстати, как-то поменялось. Здесь... Что? Допустим. Давай, действия. Не, мы их это... Подожди, бросить, это что значит? А, этого чела бросить. С. А, ну по этим... Все, я понял. Ага. Ну давай, бросим. Так, на букву С.
Угу. Так, первый готов относительно. Ай. Так. Ага, все, я понял. Ну давай, бросить еще раз. Окей, второго задели. И сейчас еще раз в каждого надо попасть. Давай. Во, все. И теперь их обоих можно пощадить, я так понимаю. Теперь там, ну, пощада на 100%. Друг! У нас есть два друга. Ух, как же хорошо вновь подраться после долгого перерыва. А теперь в погоню за королевой! А, еще двое. Или нет? А? Они заснули? Я просто использовал мое усмирение. И теперь они не спящ... они в спящем режиме. Ральдей, ты здесь? Я почувствовал присутствие тьмы и помчался к вам на помощь. Похоже, здесь появился новый темный фонтан. Ральдель, они забрали Ноэль! Черт! О чем она только думала, когда решила сунуться в темный мир? Если мы ничего не сделаем, она может... Сьюзен, не беспокойся. Нам нужно всего лишь запечатать фонтан. Да, да. Как можно злиться, когда у нас очередное приключение, верно? Давай, Крис! Погнали! Ой, вот это, наверное, можно даже на этот, на превью. Вместо моей постоянной сценки там, где они падают, и просто циферкой. А то что-то оригинальные превью у меня только с Айзеком был и с Discoverer. Игрой от подписчика, кстати. Ну, возможно, подписчика, я не знаю, подписан на меня или нет. Прикольно, песенка такая. Даже погромче, наверное, сделаю. Блин, красивый город, правда. Давай сохранимся. Перед вами раскинулось зеленое поле, и вдалеке ярко светит город. Вы наполнены силой нового приключения. Сохранить. Уэр? Подожди, у меня второй УР, я же никого не убивал. Кибермир. А я хочу больше друзей. Ты ж... Я ж так понимаю. Так, а тебя... Давай тебя защиту. Так, бросить. Вот. В две надо сразу попадать желательно. Естественно. Ай. Действие. Бросить. Магия, кстати. Усмирение. А усмирение на них сработает? А, на них обоих сработает усмирение, кстати. Я так понимаю. Так, хорошо, у нас еще один друг. Там написано 36, значит, нам нужно еще двух друзей. О, новая атака! А, это потому что на один остался. Ну, давай пощадим его. Не, только не битва, подожди, как вернуться? Ну, в принципе, все. Щадим их. Окей, 4 друга. Осталось еще двух найти где-то. Так, что в сундуке? Броня. Можно, в принципе, попробовать надеть снаряжение на кого только. 5, 6. Кстати, у Ральзея самая большая защита. Так, давай на Сьюзи, потому что... Так, броня. Вот, вот так вот сделаем. Все, теперь...
Ну все, пошли. Значит, отсюда. Что это за морда? Ну, понятно, это королева. Здесь тоже будет морда? А. Королева рулит. Неправда. Мы рулим, мы крутые. Здесь есть? Нету. На чашечках катаемся. Понял. Понял. Диджей, ты просто космос. Как-то легко было. Ну давай. Угу. Пока что достаточно легко это все проходится у нас. Ключевое слово пока что, может скоро будут проблемы. Книжечка. О, Крис! Бесплатная... Так. Бесплатная и изменяемая киберпедия. Я добавлю статью. Ральзель написал статью о сбегающих врагах. Прочитать ее? Ну, давай. С этого момента враги, побежденные насилием, сбегают. Сбежавшие враги больше никогда не то есть не поселятся к нам. Но такие действия делают тебя сильнее. Ага, то есть мы не можем их теперь убивать. Привет. Светлые, я уже давно не видела вас. Если вы вдруг не знали, злой тиран захватывает этот мир. Не очень разбираюсь в политике, но так что у меня нет мнения по этому поводу. Чего здесь, интересно? Интересно везде пошастать. Привет, девчонка. В последнее время что-то под названием интернет имеет перебои. Некоторые говорят, что это ноу-хау для королевы. С тех пор она, мягко говоря, на взводе. Может, словечки современные. Интернет, ноу-хау. Это друзья мои, да? Давай. Задач. Рев, нежный голос. Рев. Это, наверное, их напугает, да? Ну и кто-то теперь король джунглей? Это просто котик. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу. Господи, мяу. Мяу. Ага, они без сил. Значит, их можно... Ральзелем. Нежный голос? Ага, у нее... Так, у нее магии нет. Нет, не нужно магии нам. Давай вот так вот. Тише, тише, все в порядке, киса. Разве он всегда так говорит? Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Вы неучилы, конечно, две. Ага, ну все, щадим, значит, их всех. А, то есть это уже другие друзья у нас. Все понятно. Вот она и Ноэль наша. Ноэль, дорогуша, стань моим приспешником, и я освобожу тебя. Все, что нужно сделать, это нажать «Да» в анкете приспешника. Мне страшно. О, так ты никогда не подписывала анкету раньше. Нет, меня пугает все остальное. Пожалуйста, останови протокол печали. Я уже говорил тебе, что быть приспешником круто. Ноэль! Сьюзи? Крис? Не волнуйся. Мы не позволим роботизировать твое лицо. Что? Что сделать? Упс, я думала, ты знала это. О, дорогая, это должно было быть сюрпризом. Ну тогда... Стоять! Это несколько затруднительно. Приспешник должен добровольно помогать мне в захвате мира. Если бы только у нее были бы свои приспешники, которые бы ее поддержали. А? Так что, вы, ребята, эй, вы типа случаем не заняты сейчас? Мы не будем тебе помогать. Понятно. Задействуй протокол изменения мнения. Привет. Нифига себе, какая штука поместилась. Ага.
Что это? Игра, да? Игра. Гигантский игровой автомат? Я должна унизить вас в обычном детском развлечении. Когда ваша самооценка будет ликвидирована, у вас не будет выбора, кроме как служить мне. Какого черта? Я никогда в такое не играла! Крис вроде разбирается в играх, да? Точняк, Крис, я совсем забыла, как много ты задротишь. Ну ладно. Вы пытались воспользоваться аркадным автоматом. Но вы недостаточно высоки или сильны для того, чтобы управлять им. Ликвидация самооценки завершена. Запускаю протокол смеха. Смешно. Все в порядке, Крис. Я тоже невысок. Крис, подожди, у меня есть идея. Крис, если мы объединим наши силы, тогда... Смотри, я покажу тебе, чему я тренировался. Сейчас ты станешь... А, нет. Магический стул формы. Ага. Другое дело. Лады, Крис. Остальное на мне. А, ты тоже... Вытяни руки вперед. О, как же красиво. Это... Чё? Сверхмощный зверь формы С. Двигай руками, и я буду двигать ими за тобой. Погнали! Что? Невероятно. Ваша трансформация объединяет все ваши уязвимые места. Эффективность обвала вашей самооценки 300% и даже выше. Начинаю виртуальный бой. Ага. Как мне атаковать? Подожди. Нажми Z или X, если осмелюсь. Так, Z или X. Ага. Ну, в принципе, легкая игра. Ай. Ага. Да я понял, что уклоняться в эти стороны надо. Да. Да в смысле? Ага. Ага. А, я мастер уклонения. Я победил в этой игре. А, еще пригибаться точно можно. Ага. Ой. Ну, в принципе, не сложно. Ай, вниз, вниз, вниз. Да, господи. Да ты королева дурацкая. Я тебя сейчас победил. А, бей! Да, блин, вот сказал легкая игра, а сам проиграл. Сражаться. Давай. Я смогу. Уворачиваемся, бьем. Уворачиваемся, бьем. Уворачиваемся, бьем. Уворачиваемся, бьем. Уворачиваемся и бьем. Ну, в принципе, вообще легкая игра. Здесь даже не важно, в какую сторону уворачиваться. Ага, пригибаться, пригибаться, пригибаемся. Вот пригибаться хуже всего получается у меня. Так, бей. Да блин. Да, давай, бью. Бью. Все, я выиграл тебя, королева. Сказала, что выиграешь нас, а в итоге выиграли мы тебя. Ха-ха. Эх, думала, что сможешь одолеть нас. Королевский смех. Ой, это действительно было довольно забавно. Вы превзошли мои ожидания. Я предложу вам новый исключительно доброжелательный компромисс. Ассимилируйтесь в мою киберармию. И я перепрограммирую ваши лица лишь с шансом в 50%. Пожалуйста, делайте свой выбор.
погибнуть в холодах абсолютного разрушения, или расцветать под теплой груди моего адского правления. Какого черта ты говоришь это с таким энтузиазмом? Королева, разве нет каких-нибудь других вариантов? Да, вы также можете мега погибнуть. Ага, сейчас. Хочешь сказать, что мы будем... побиты тобой? Ты могла бы сказать мега побиты. Побиты. Почему бы тебе уже не свалить отсюда? Принято. Предпочтительные настройки поставить на погибнуть. Господи. А, я не прочитал. Ладно, сохраняемся. И что-то там сверху также было. Здесь. Кстати... А, нет. Я подумал, то, что исчезли эти иконки. Здесь, ага, яблоко. Трис, я думаю, тебе решать эту головоломку. Яблоко. Не такая уж это и головоломка. Аполес. Ладно. Пошли. Ты кто? Похоже, тебе удалось миновать силовое поле Нуберта. Нуберт не знает, как это силовое поле попало сюда. Но это силовое поле Нуберта. В качестве приза сокровище Нуберта. Нуберт не знает, что внутри. Но Нуберт даст тебе его. Понял, Нуберт. Спасибо, Нуберт. Вы открыли сундук, в нем лежит волокон-шарф. Оружие. Это оружие? Тогда мы не будем... Мы его не берем, потому что мы не сражаемся. Все, пошли, значит, дальше. Привет. И на всякий случай еще раз сохранимся. Эй. Даже не знаю, сколько мусора я уже убрал. Привет. Я хочу вернуться в город, но путь заблокирован. Я не деревенский мальчик. Выпустите меня из киберполя. А ты что скажешь? Я слышал, что есть команда повстанцев, сопротивляющихся королеве. Пока все, что я нашел, публики с завышенной ценой. Типа Маффет из этого Undertale. Не знаю. Что снизу? Ага, снизу мы не пройдем. И сверху, я так понимаю, тоже, да? Опа. Привет, курсор. Я хакер. Я хочу за синими галочками. Найдите три в киберполе, и я поселюсь в вашем городе. Вы просто похожи на тех, у кого есть классный город. Возможно, у нас это получится как-нибудь. А снизу что? Тупица, спасибо. Котик. Есть еще котики? Здесь всего 5 котиков должно быть. Нежный голос. Мяу, 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 мяу. Ну все. Осталось найти еще одного котика и будет... 5 друзей котиков, получается. О, первая синяя галочка. Надеюсь, мы найдем все... Вот он, котик еще. Выглядит зависшим. Эй. Давай с тобой тоже... Ладно. Идем дальше, значит. Без него. Так, вы тоже, друзья? Забота Икс. Нифига себе. Доброта заразительна. Угу. Как легко они все контрятся. Так, а этих надо 4 собрать. Понятно. Принимаем. Это еще головоломка? Решай! Так, пари,
Ладно. При... ми... м... 4... е... э... м. Вы набрали «принимаем». Это 4. Спасибо, что приняли соглашение на превращение в приспешников. Теперь вы формально являетесь моими миньонами. И я не могу использовать... Я могу использовать ваши мордашки для всяких забавных статуй. А если мы просто скажем, что будем тебе... не будем тебе подчиняться? В таком случае я буду вынуждена использовать других миньонов. Эх, давай так и поступим. Ладно, но я все равно буду использовать ваши мордашки. Вообще-то это 4, это не буква А. О, еще, давай. Давай, иди сюда. Подожди, если этот эти появились опять, то может и котята тоже появятся опять? Ну все, 4 друга собраны. И чё с этого? Девять, а надо было 10 собрать. Давай еще раз. Давай еще раз. Я соберу в этот раз все. Все, 10 собраны. Пошли. Ой, господи, что? Так. А там сверху какая буква? Осел... Роб... А... Ла. Ро. Б. Ага. Давай еще раз. Что за странные головоломки? Осела. Ро. Б. Хеж. Во. Б. Та. Р. Это кто? О, еще одна галочка, кстати, синяя. Может, мы здесь еще сразу третью найдем? Ну, именно вот здесь вот. На вот этом. Давай. Собираем все. Шестнадцать. А, нет, здесь у нас сундучок. А, все. Все галочки собраны. Давайте сейчас отнесем их тому челу. По-быстрому. Здесь он, да? Вы нашли три галочки? Достойные элиты, теперь я буду жить в вашем городе. Может быть, ваши киберпути снова пересекутся наши восьминики, королевы? А пока позвольте мне показать вам силу синих галочек. И чё? И улетели они, и... О, фейерверк! Круто. Все, пошли. Ну пошли уже. О, это Ролизель. Это я, Крис, а это Сьюзи. Опять. Ну, короче, все, пошли отсюда. Это фейерверк в виде наших морд. Так, я, наверное, сохранюсь. И пойду дальше. У нас осталась третья, вроде. Там же третья есть. Да, третья.
Последняя. Ну, значит, это дальше проход. А, всего лишь 6? Как-то слишком мало. Ну, пошли. Привет, диджей. Ага. Ага, я думал. В принципе, несложно. Ой. И все? Упал лох. Тупик. Ну и в чем дело, болван? Кто болван? Меня зовут Корж. Ой, как Морж. О, как Корж. Только не говорите, что не слышали о Шике. Тише. Кеше. Ладно, неважно, я читать не умею, оказывается. Не припоминаю ничего подобного. Полагаю, наши выступления слишком подпольны. Мы Киш, вы не Киш. И мы не только лучшие музыканты киберполя. Киш — это вообще-то король и шут. Король и шут слишком хорош для вас. Вы какие-то, не знаю кто. Король и шут слишком хорошая группа по сравнению с вами. Ну и последний очаг сопротивления против гнусной королевы и всех ее аравы. А начнем с сопротивления вам. Что? Мы тоже сражаемся с королевой? Не, Ирис видел, как вы помогали ей выкрасть девочку. Эй, Ирис. Мы никому не позволим и пальцем трогать мадемуазель. Кроме нас самих. Не в этом суть, Ирис. Лишь полсути, 60%, 55%. Мы повстанцы, а не просто проигрыватели. Мы повстанцы, что проигрывают. Мы не проигрываем. Вот как. Шк. Двигай сюда. Шк. Мы ведь проигрываем. Я музыкальный проигрыватель. Ужас. Какой... Нет, это не кринж. Стойте, они уходят! Корж, на паузу встань. Может, будут еще негодяи? Нет, это наш шанс. Вы готовы к бою? Я готов. Шк. Да. Поставь какой-нибудь боевой трек. Окей. Ну, не особо-то и боевой, конечно. Не танцуют, в смысле? Они там все танцуют. Танцевать. Давайте, мы танцуем. О, вот это... Блин, здесь никак нету как в Айзеке. Короче, Ральзель танцует как... Я не помню, короче, как звали этого чела из Южного парка. Ну, в общем, он танцует как чел из Южного парка. Все танцуют с ШК. Он окончательно пустился в пляс. А, это он? Просто я думал, это она. Может, если мы заставим танцевать их всех, то победим? Ну, давайте всех заставим танцевать. Вот, Ирис танцует уже. Ух. Я забыл свой... Крис, просто продолжай танцевать. А можно сразу со всеми танцевать? Потому что этот ШК как-то не танцует уже. Сейчас этот тоже. Ирис не будет танцевать, да? Крис, попробуй продолжать танцевать. Так, тогда пускай только Крис танцует, почему нет? Вы танцуете. Ирис спустился в пляс. Мы веселимся, что-то там, короче, не всех буду читать прям. Наверное, вот этот... Нет. До последнего сохранения будет?
Эй, разве это вообще работает? Может быть, если Крис, может нам попробовать бальные танцы? Эй, а какого фига нам нужен кто-то, чтобы действовать? Потому что это, уникальный танец. Им владеет только Крис. Думаешь, я настолько тупа, что не могу танцевать без указки? Сьюзи научилась с действию. Теперь она может действовать из меню магии. Сьюзи, я не думаю, что нам стоит... Двигай ногами, тупица! Ну все. Теперь сейчас сделаем... Крис танцует с вот этим челом, с Коржом. Сьюзи танцует с Шаке, а Ральзель танцует с Ирисом. И все, все танцуют. Танцуют все. А музыка где? Ох уж эти танцульки. Победа! Замечательная победа. Почувствуй ритм. Почувствуй ритм. Смотри на мои движения. Танцуй, танцуй. Эй, неудачники! Заканчивайте с этим. Битва окончена. Окончено? Другими словами, мы проиграли? Значит ли это, что мы можем быть друзьями? Шика, нет! Драться не в моем стиле. Да, потому что ты трус! То есть, конечно, это было весело, но... Корж, не парься. Думаю, по танцам мы их победили. Побили. Побили? Да, в мирном смысле. Смотри, своими танцами мы убедили их в своей крутизне. Теперь они на нашей стороне? Да. Эй, вы трое, добро пожаловать на хорошую сторону. Это мы на хорошей стороне. Просто прими это, Сьюзи. Устроим рандеву? Устроим рандеву в нашей барахолке. Дверь мы захлопнули, но также с ноги и отхлопнем. Окей, ребята, погнали. Все, давайте, быстрее улетайте. И дайте мне сохранение. Не знаю, как долго я играю, но мне кажется, относительно даже долго. Ну, и вы даже отхватить не будете? А, все, я понял. Че вы стоите? Все, пошли дальше. А, все, я понял. Ну что ж. Или там есть сохранение сверху? Да, есть. Все. Ну что ж. Как же давно у нас не было Дельтаруны? Практически месяц. Всем... Все подписывайтесь на мой телеграм-канал, который находится в ссылке в описании. И подписывайтесь на YouTube-канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, но нежелательно дизлайки, конечно. Всем удачи, всем пока!